Окей, אנחנו היום נלמד. Мы сегодня будем учиться. ואני הכנתי מסר קשורה חלקית לפרשת שבוע הזינו. Я приготовил проповедь, которая частично связана с недельной главой. הזינו. הזינו, что это? Внимай. Внимай. ואני רוצה לדבר יותר על כל החלק של החגים שאנחנו נכנסנו. Я хочу поговорить больше о тех праздниках, в которых мы сейчас находимся. ואנחנו כולנו עברנו יום כיפור. Мы все провели сейчас יום כיפור. וצמנו. И мы постились. ויש הרבה שאלות אצל עם שלנו. И у нашего народа много вопросов. ויש גם בין המאמינים הרבה שאלות, למה אני צריך את זה? И также у верующих много вопросов, зачем мне все это надо? יום כיפור. День искупления. יש שום חתימות שם בשמיים. Какие-то печати на небесах. А איך אני קשור לזה? ישוע כבר מת עבורי. Как я с этим связан вообще? ישוע уже умер за меня. אז אני בטוח ש גם לפני שבוע דימה לימד על זה. Я уверен, что когда неделю назад Дима учил об этом. ואני בזמן הזה הייתי בארצות הברית. А я в это время был в Америке. ופשוט כתבי קודש דיברו עליי ורציתי כשאני חוזר לקהילה, אני רציתי עוד להמשיך לדבר. Я получил некоторые места из святых писаний, и я решил, что когда вернусь в Израиль, буду также продолжать учить об этом. Для того, чтобы для нас, для Божьего народа, для мессианских верующих, картина стала более ясной. И сейчас я буду говорить про эту дату, про праздник, День искупления. Но вообще я хочу сначала, прежде всего, сделать такой обзор праздников Израиля. Вы знаете, что в каждой религии есть праздники. И иногда в некоторых религиях есть целый список праздников, и ты обязан их праздников для того, чтобы иметь свою принадлежность определенному народу. Для народа Израиля вся система праздников состоит немножко по другой схеме. Когда Бог народу Израиля и заповедал праздновать праздники, обычно это была реакция на какой-то случай, который произошел с нашим народом. И когда Бог устанавливал какой-то праздник, у него была определенная цель. Три цели. Первое, чтобы народ помнил историю. Второе, когда ты празднуешь эту историю, ты переживаешь это событие так, как будто ты находишься в этих событиях. И третье, и об этом часто написано в Торе, особенно в Новом Завете, научи своего сына и сына своего сына. Три вещи. Во-первых, не забывай историю. Переживай на собственном опыте эту историю. И также научи своих детей. И это передает народу такое откровение, что несмотря на то, что народ поднимается и падает, и с ним происходят разные вещи, но он находится, в нем находится этот стержень. И этот стержень в конце концов приводит народ в правильное место. Например, Песах.
До того, как Авраам еще не спустился в Египет, он не принял эту заповедь праздновать Песах. Но когда мы вышли из Египта, Бог дал нам этот праздник. И даже до сегодняшнего дня есть понимание, что не только мы должны помнить, что произошло там, но каждый человек на личном уровне должен пережить этот выход из Египта. И что это значит? Что ты был в Египте? Кто из нас был в Египте здесь? Я просто случайно один раз попал туда. Но здесь говорится об общем Египте, о выходе на свободу. То, что мы слышали сегодня от нашего брата из Норвегии, что он пережил этот выход на свободу из египетского рабства. Каждый праздник в Библии, который Бог дает нам, это какой-то знак на историческое событие, которое произошло, которое нам нужно понять и пережить самим. И в конце концов дать нашим детям какие-то навыки, чтобы они потом искали возможности пережить эти праздники. Поэтому все, что связано с Днем Искупления, началась с истории двух сыновей нашего праотца Аарона. Мы помним Надава и Авиуда. Кто помнит эти два имени? Надав и Авиуд. До того, как Аарон зашел в Святое Святых, до этого Аарон постоянно заходил в Святое Святых. И мы не знаем, что там точно произошло. Но была серия серия вещей, которые Бог заповедал Аарону сделать. И Аарон это делал. И все было хорошо и гладко. Но вдруг два его сына заходят туда. И мы помним этот рассказ с чуждым огнем. Скоро мы будем изучать это. Вы помните этот рассказ с чудным огнем? Здесь появляется новое правило. Не всегда заходи в это место. И потом через откровение Бог более точное указание дает народу Израиля заходить туда только раз в год. И не несколько человек, а только великий первосвященник. И когда Бог передает эти детали народу, они получают это как знак и откровение о будущем Мессии, который должен прийти. Нам уже более понятно все это, потому что у нас есть Новый Завет, и мы все эти события можем связать с Иешуа. Но давайте мы с самого начала начнем изучать. У меня есть два коротких урока. Давайте мы откроем сейчас Левит, 10 главу. ואנחנו נקרא חמישה פסוקים הראשונים, ואני מבקש משילי לעזור לי לקרוא את זה בעברית יפה. И мы прочитаем Левит, 10 глава, первые 5 стихов, и Ширли нам на красивом иврите прочитает. 10 первых. ויקחו בני אהרון, נדב ואביהו, איש מחתתו, ויתנו בהם אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני אדוני אש זרה, אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני אדוני ותאכל אותם, וימותו לפני אדוני.
ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר אדוני לאמור, בקרובי אקדש, אקדש, ועל פני כל העם אכבד, וידום אהרון. ויקרא משה אל מישאל ואל אל צפן, בני עוזיאל דוד אהרון, ויאמר אליהם, קרבו שאו את אחיכם מאת פני הקודש אל מחוץ למחנה, ויקרובו ויסעום בכותנתם אל מחוץ למחנה אשר דיבר משה. ויאמר משה אל אהרון ואל עזר ולאיתמר בניו, ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרומו ולא תמותו ועל כל העדה יקצוף, ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף אדוני, ומפתח אוהל מועד לא תצאו, פן תמותו כי שמן משחת אדוני עליכם, ויעשו כדבר משה. וידבר אדוני אל אהרון לאמור, יין ושחר אל תשת, אתה ובניך איתך, ובואכם אל אוהל מועד, ולא תמותו חוקת עולם לדורותיכם. ולהבדיל בין הקודש ובין החול, ובין הטמא ובין הטהור. תודה. ואני קורא את זה ברוסית, נדב ויאביהו סיני אהרונה, взяли каждый свою кадильницу, положили в них огонь, написано чуждый огонь, вложили в него курение и принесли пред Господа огонь чуждый, который он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моше Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающийся ко мне освящусь и пред народом прославлюсь. Аарон молчал, был в шоке. И позвал Моше Михаэля и Эльцафана, сынов Узиэля, дяди Аарона, и сказал им, пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан. И пошли, и вынесли их в хитонах за стан, как сказал Моше. Аарону же, Элазару и Итамару, сынам его, Моше сказал, голов ваших не обнажайте, одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и навести гнев на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сжег Господь. Из дверей скини собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазание Господне. И сделали по слову Моше. И сказал Господь Аарону, говоря, вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священного от несвященного и нечистое от чистого. Хаг, Йом-Кипур. Праздник, день искупления. עם כל המסגרת שלו, со всеми его рамками, приняли мы как реакцию на этот поступок. Перед всем народом произошло что-то ужасное. И это ужасное произошло после чего-то большого и великого. Потому что в Левите, в 9 главе, написано, что Аарон зашел в это место и сделал все как нужно. И огонь с неба сошел. И это было перед всем народом. И только подумайте немного. Когда представьте себе, что ты ничего не зажигаешь, исходит огонь с неба. Происходит чудо. То есть Бог принял эту жертву. И народ был в эйфории. И если бы мы видели такое огромное чудо, каждый из нас был бы в эйфории. Но на следующий день произошло это ужасное событие, и вот у нас есть два трупа. И весь народ был в шоке. И какие были мысли народа? Может быть, сейчас наказание придет на весь народ? Потому что эти ребята, у них получилось сделать что-то неправильное. И обычно, когда мы слышим про Надава и Авиуда, мы постоянно думаем про чуждый огонь, про этот чуждый огонь. Про что-то неправильное и про что-то плохое. И вот есть две вещи здесь, которые я хочу, чтобы мы выучили. И, возможно, мы получим несколько намеков.
И для нас это будет правильно и хорошо. Поэтому первый урок — это чуждый огонь. И что такое чуждый огонь? В аллегорическом смысле, что означает чуждый огонь? Мы, как будучи детьми Бога, не приносим ли Ему чуждый огонь? Давайте мы научимся. Вы помните, сколько лет было Моше, когда он вывел народ из Египта? Ему было 80 лет. И он был младшим братом Аарона. Аарону было, может быть, где-то 85-90 лет. Может быть, даже больше. Они были здоровыми и сильными. И давайте мы себе представим, сколько лет было Надаву Авиуду. 50-60 где-то, может быть, даже 70. Это не как в детских мультиках, что два маленьких мальчика, но это два очень взрослых человека, очень мудрых, очень знающих. И мы в следующих, в последующих местах Писания понимаем, насколько они на высоком уровне были перед Богом. Потому что в третьем стихе написано, «Я приближающихся ко мне освящу». Я освящусь. Те, которые ко мне приближаются, мы с нашей верой мы можем сказать: я молюсь Богу, я пытаюсь ближе узнать Его. Я верующий где-то 25-30 лет. Даже сейчас не могу сказать точно. Но я опасаюсь говорить такое, что я приближаюсь к Богу. И про этих двоих написано, что они приблизились к Богу. Это показывает их духовный уровень. Они не были простыми людьми. И вдруг, что это за глупость? Что за чуждый огонь? Что ты кому хочешь доказать? Кого ты хочешь научить? Есть очень ясная инструкция, что нужно делать. Поэтому, во-первых, я хочу дать один намек. Одну формулу. Они свою формулу предоставили Богу и получили отрицательный ответ. Это одно из взглядов. Потом мы выучим другой взгляд. Что значит своя собственная формула? Иногда, когда мы образованы, и у нас есть мудрость, и мы в чем-то преуспели. Иногда мы это хотим представить как свое достижение. Мы живем в веке, в котором мы сейчас видим менторов, которые учат, как жизнь. То есть есть люди, которые говорят: я тебя научу, как достигнуть успеха. И иногда люди действительно идут за этим. И у кого-то получается,
а у большинства не получается. Но дело не в этом. Дело в том, что мы пытаемся произвести впечатление на Бога своими достижениями и своей формулой. Но что очень ясно и важно в этом смысле, даже Бог говорит, что есть сферы жизни, где твои достижения, это твои достижения. И поэтому у нас есть нужда и трудиться, и преуспевать. Но есть сфера нашей жизни, которая связана с тем, чтобы мы приближались к Нему. И там наши формулы не работают. И вот здесь мы получаем этому доказательство. Часто, когда мы читаем псалмы, есть там выражение «твою веру я провозглашу». И с иврита на русский перевели «истину твою провозглашу». Но в оригинале часто написано «твою веру я провозглашу». Что значит «твоя вера»? Это когда Он говорит нам что-то, и это не зависит от нашего толкования. Я приведу вам пример. Особенно этот пример актуален для тех, которые живут в Израиле. Часто святые писания говорят: «Жертвы свои воздам тебе». Но из-за того, что у нас нет храма, одно движение в Израиле сделало свою собственную формулу. Давайте мы жертвы заменим молитвами. Но это большая проблема. Потому что ты это делаешь то, что сделал Надав и Авиуд. Они попытались принести Богу свою формулу. Свое достижение, свое толкование. И они упали замертво. А потом в Левите 16 главе мы видим, как реакцию на этот случай. Бог дает свою собственную формулу. И Он объясняет последующим поколениям. И говорит Аарону: когда ты и твои сыновья после тебя будут заходить один раз в год в святое святых, принеси быка и жертву сначала за себя, а потом двух козлов, которые будут жертвой за грехи народа. И эта формула становится формула искупления Израиля. Написано в 16 главе. Я прочитаю эти места Писания. «Безот яво Аарон эля кодеш, бепар бен бакар, лехатат, ве эяль леула». Вот с чем должен входить Аарон во святилище: с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. И это сначала жертва для себя. А потом написано: принеси двух козлов. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех, одного овна во всесожжение. И потом из-за того, что у нас есть Новый Завет, и особенно мы знаем послание к евреям, то в послании к евреям очень хорошо объясняется,
формула של Элохим התפתחה, что формула Бога развилась, Иешуа, и вот есть Иешуа, который не должен за себя приносить быка в жертву, но он сам стал жертвой, как один из этих козлов. И что мы учим из этого места? Мы учим, что если жертва единородного Божьего Сына Агнца, мы, верующие в Него, приняли прощение. Но нужно ли нам тогда соблюдать день искупления, Йом-Кипур, да или нет? Я не хочу сейчас толковать для других народов, но для нас, для тех, которые живут в Израиле, во время поста мы не получаем ничего в дополнение, потому что Бог за нас уже заплатил самую высокую цену. Но всегда у нас есть нужда, и очень стоит использовать эту хорошую возможность сделать еще раз проверку самого себя и стать перед Богом. Я открыл эту молитву, когда молитва исповедания грехов. И в еврейской традиции там есть целый список: прости меня за это, прости меня за это и за другое. И когда я читал, я вдруг почувствовал, как Дух Святой начинает говорить ко мне. Потому что мы все люди. И Рав Шауль сказал, что все мы много грешим. Несмотря на то, что у нас есть вечная жертва Иешуа, но иногда в наших глазах и в нашей голове и с нашими похотями и желаниями мы, да, грешим. И когда ты читаешь этот список, ты просто открываешь себя перед Святым Духом. И тебе не нужно приносить жертву. Но ты, да, обращаешься к жертве Иешуа. И это и помогает тебе, ты получаешь очищение. Я думаю, что мы, как мессианские евреи, еще больше должны думать об этом. И даже не раз, больше, чем один раз в год, сделать для себя маленький день искупления. Потому что Иешуа сказал ясно своим ученикам: если ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев и саддукеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Для нас высвобождена Божья милость. Но это большая ошибка думать, что все дается бесплатно, и нет, и нам не нужно ни для чего стараться. Благодать не означает, что все закончилось. Благодать — это означает, что мы просто получили жертву, которой мы вообще не достойны. И еще один урок я хочу дать вам. И он основан на Левите, 10 глава, 3 стихе. «И сказал Муше Аарону: вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. Аарон молчал». Этот стих, и таким образом мы изучаем его, он немножко сложный. Когда ты пытаешься понять, что здесь написано,
Когда я пытаюсь на русском языке понять, меня это с ума сводит. И я думаю, что на всех языках, кроме иврита, очень сложно понять этот стих. Но в еврейском толковании, очень стандартном толковании, в толковании Хазаля, что это? Хазаль — это... Как перевести? Мудрецов. Еврейских старейшин мудрецов. Они говорят так, что стоит толковать этот стих таким образом, что с помощью особенных людей, которые могут приблизиться ко мне, я могу осветить весь народ. Подумайте об этой подумайте над этой мыслью. Бог может взять очень особенных людей и с их помощью осветить весь народ. И это традиционное ортодоксальное мнение. Но просто подумайте, насколько она мессианская. Сколько раз произошло в Танахе, что Бог хотел наказать народ Израиля. И Моше встал перед народом, между Богом и народом, и сказал: если ты хочешь наказать их, сначала накажи меня. Кто помнит такие события? О чем это говорит нам? Что жизнь Моше была равноценна жизни и праведности народа. То же самое произошло с царем Давидом. Давид был очень особенным человеком перед Богом. И написано в царствах, когда Божья рука поражала, наказывала весь народ, Давид встал и сказал: накажи меня, не их. И написано, что пришел пророк Гад. Он сказал: установи здесь жертвенник и останови это поражение. Но потом мы можем перепрыгнуть к Исаии 53 глава. И там говорится про раба Господня, самого особенного из всех, который может быть заменой всему народу. И мы, как мессианские евреи, и мы все здесь, которые сидят здесь, и вместе с нами христиане из других общин, знают, что тот особенный перед Богом — это его сын, Моисея Иешуа. И с его помощью Бог освятил весь народ. И продолжает освящать и поколение за поколением. И вот у нас есть здесь решение этого вопроса. У нас здесь есть продвижение и исполнение. И здесь я хочу на несколько минут перейти на книгу пророка Иоэля. Потому что мы сейчас находимся перед праздником Суккот. И, Ширли, открой, пожалуйста, Иоэль, вторую главу. Псуким, мехамешесре от шмунаэсре, с 15 по 16 стих. Шмунаэсре.
15-18 стихи. И, честно говоря, стоит прочитать до конца этой главы. Потому что там есть провозглашение того времени, в котором мы живем сейчас. Написано «Вострубите в шофар на Сионе». И это означает праздник труб Рош ха-Шана. И потом написано «Постись и проси прощения у Бога». И принеси жертвы перед Ним. И потом Бог умилостивится над Своим народом. И принесет защиту и благословение и милость. И написано, что «И зальет Духа Моего на всякую плоть». Это большая картина праздника Суккот. Давайте прочитаем. תקעו שופר בציון, קדשו צום, קראו עצרה. אספו עם, קדשו קהל, קבצו זקנים, אספו עוללים. ויונקי שדיים, יצא חתן מחדרו וכחלה מחופתה. בין האולם למזבח, יבכו הכהנים, משרתי אדוני. ויאמרו, חוסה אדוני על עמך, ואל תיתן נחלתך לחרפה, למשול בם גויים. למה יאמרו בעמים, איה אלוהיהם? ויקנה אדוני לארצו ויחמול על עמו. ויען אדוני ויאמר לעמו, הנני שולח לכם את הדגן והתירוש והיצהר, ושבעתם אותו, ולא אתן אתכם עוד חרפה בגויים. ואת הצפוני ירחיק מעליכם, ואדחתיו אל ארץ צייה ושממה את פניו, אל הים הקדמוני, וסופו אל הים האחרון, ועלה בבואשו, ותעל צחנתו, כי הגדיל לעשות. ואנחנו יכולים להבין את הפסוקים האלה באופן פשט, כאילו בדיוק מה שזה אומר. И мы можем понять это местописание именно таким образом, как здесь написано. אבל גם יכולים להסתכל על המילים האלה בצורה אליגורית. Но также мы можем и аллегорически воспринять эти слова пророческим образом. והנה, כתוב, קדימה, ביואל פרק 2. И написано в Иоиле 2 главе. אל תירא אדמה. Не бойся земля. Тисмах. Возрадуйся. Ки элухим яасе аколь. Потому что Бог сделает все. Пасуки срим варма. Имале отхем балехем вебаколь машатем срихим. В 24 стихе написано, и наполнятся гумна хлебом, и переполнятся поточили. Пасуки срим вешева ветакиру, шани бакир бехем. И в 27 написано, узнайте, что я Господь посреди Израиля. Я Бог ваш и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки. И залью от Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. В дерех клял אנחנו מחברים פסוק תנבו בנים ובניכם ליום שבועות שקרה 2000 שנה לפני. Обычно мы толкуем это место писания, и сыны ваши будут пророчествовать к празднику Шавуот, которое произошло 2000 лет назад. ובעצם זה קרה לפני 2000 שנה. И это произошло 2000 лет назад. אבל לנבואות יש כזה עניין שהם חוזרים וחוזרים. Но у пророчеств есть такая особенность, когда они возвращаются. ומלוא של ההתגשמות הזה. И полнота этого исполнения. תקרא ביום הסוכות. Что ты воззовешь в день Суккота, в праздник Суккот. Все это произойдет в праздник Суккот. И гармония наполнит весь этот мир. И если вы хотите прочитать об этом, то это написано в Откровении 21-22 главе. Когда небесный Иерусалим с вечным храмом спустятся на эту землю. Но все, что здесь написано,
что не наша формула работает, но его веру и истину мы должны провозглашать, которую он дал нам, и уповать на этого великого, с помощью которого мы получили искупление. Поэтому моя цель была немножечко обозначить этот вопрос.